Нам нужна какая-то такая реформа, чтобы у наших ученых были все стимулы не уезжать по контрактам работать на Запад, а оставаться работать на свою страну. Вот какая-то такая реформа, такая какая-то реформа. Я не знаю, это, наверное, даже не реформа науки, потому что у нас такой отток кадров в 90-е годы произошел научных. Мы очень много потеряли, какие-то страны приобрели. Вот мы должны все делать для того, чтобы наши замечательные золотые мозги работали на благо своей прекрасной страны.